В эти дни, 77 лет назад, советские бойцы освобождали от оккупантов Ставропольскую землю. 10 января от захватчиков освободили территории Георгиевского советского округа и Степновского района. После очистили от фашистов города Кавминвод. И затем уже свой освободительный путь наши войска продолжили на севере края. За минувший год экспорт зерна из Ставропольского края за границу увеличился в 2.5 раза. Такие данные опубликовал Россельхознадзор. В 2018-м Ставрополье отправил за рубеж 303 тысячи тонн зерна. Спустя год этот показатель увеличился до 730 тысяч тонн. Большая часть продукции – это пшеница, но еще есть кукуруза, рапс, ячмень, горох и соя. Главный покупатель нашего зерна – Азербайджан. Он приобрел примерно 70% продукции. Среди других стран – Грузия и Армения. Эксперты отмечают, что рост интереса к ставропольскому зерну объясняется его стабильным качеством. В предгорном районе достроили школу на 500 мест. В здании предусмотрены учебный класс и 2 спортзала, стадион, баскетбольные и волейбольные площадки, а также столовая на 180 человек. Торжественное открытие средней образовательной школы номер 3 состоится 13 января в поселке Мирном. Напомним, что в этом году в 40 школах Ставрополя переоборудуют классы информатики, биологии, химии и физики. Ессентучане выберут территории благоустройства на 2021 год. В городе-курорте представили список участков, которые можно облагородить в 2021 году в рамках программы формирования современной городской среды. Местные жители могут как выбрать одно из предложенных пространств, так и проголосовать за собственный вариант. На выборы ессентучанам предлагается 9 территорий, среди которых несколько скверов, театральная площадь и курортный парк. В 2019 году на территории Ставропольского края в рамках реализации подпрограммы развития сельских территорий построили 13 спортплощадок. На эти цели было предусмотрено почти 42 миллиона рублей. Спортивные объекты возвели в Георгиевском, Ипатовском, Петровском и Советском городских округах. Они оборудованы сооружениями для занятий физической культурой, футболом, баскетболом и волейболом. Мероприятие по строительству комплексных спортплощадок продолжит и в 2020 году.